Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Правілы гульні на сусветным рынку. Сёння ў Гомелі прайшоў круглы стол па пытаннях уступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Дарагое слова «мама» жыхаркі рэгіёна сёння прымалі падарункі і віншаванні ад фонду «Міру». Бабіна лета падыходзіць да завяршэння. У бліжэйшыя дні надвор'я пагоршыцца. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Сёння ў Гомелі прайшоў круглы стол па пытаннях уступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. На сустрэчу з прадстаўнікамі Міністэрства замежных спраў краіны, Гомельскага аблвыканкама, а таксама міжнароднымі экспертамі з Беларусі, Расіі і Казахстана запрасілі прадстаўнікоў прадпрыемстваў і бізнес-структур. Падрабязнасцямі пацікавіліся нашы карэспандэнты. Пасля ўступлення Казахстану ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь засталася адзінай у Еўразійскім эканамічным саюзе краіны, якая не з'яўляецца членам гэтай арганізацыі. Дадзеная сітуацыя прымушае выконваць практычна ўсе патрабаванні арганізацыі, але без атрымання пераваг у сусветным гандлі. Не ў апошнюю чаргу па гэтай прычыне напрыканцы 2015 года Беларусь актывізавала працэс перамоў па ўступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Аднак імкненне паскорыць гэты працэс не абмяжоўваецца толькі жаданнем стварыць роўныя канкурэнтныя ўмовы свабоднага гандлю. Існуе шэраг геаэканамічных і геапалітычных фактараў, якія спрыяюць развіццю актыўнасці ў перагаворным працэсе. Тут і доступ да сусветных фінансаў і новыя рынкі збыту беларускай экспартна-арыентаванай прадукцыі. Это позволит нам присоединиться к 164 странам. Это значит, что рынки этих стран будут открыты для белорусских товаров и для белорусских услуг. А это на сегодняшний день 98% мировой торговли. Што тычыцца магчымых праблем, якія могуць узнігнуць пасля ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, нізкая канкурэнтаздольнасць некаторых айчынных прадпрыемстваў. Іншая справа, што і гэтую сітуацыю можна мінімізаваць. Многія кіраўнікі суб'ектаў гаспадарання слаба ўяўляюць, у якіх умовах ім прыйдзецца працаваць. З гэтай нагоды ў наступным годзе ў рэгіёнах плануецца правесці спецыяльныя семінары з удзелам прадстаўнікоў прадпрыемстваў і бізнес-структур, а таксама міжнародных экспертаў. Прычым арганізуюць іх па галіновым прынцыпе, асобна для машынабудаўнікоў, сельскагаспадарчых ці, напрыклад, кандытарскіх вытворчасцяў. Апрача таго, Беларусь можа атрымаць пэўныя ільготы на пераходны перыяд. Плануем у час уступлення краіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю 2020 год. Ёсць магчымасць прадугледзець усе нюансы. На самом деле, есть очень много инструментов ВТО, которые позволяют защитить предприятия, которые вот и страны, которые только вступили. То есть наша переговорная команда может запросить переходный период, например, 5 лет, 7-8 лет, когда, например, там в сельское хозяйство другие иностранные предприятия не могут заходить. Может быть, как в Казахстане, они запросили защитный период для банковской сферы, для страховой сферы, и в течение 5 лет после вступления иностранные банки не могут создавать филиалы со 100% капиталом. То есть очень много механизмов, о которых сегодня расскажут, о которых нужно знать, и на которые наши предприятия могут претендовать для того, чтобы плавно перейти к новым условиям работы в ЭТО. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Падчас першага форуму рэгіёнаў Беларусі і Украіны ў Гомелі пройдзе навукова-практычная канферэнцыя «Перспектыўныя накірункі супрацоўніцтва ў галіне навукі і тэхналогіі». Галоўная ўвага на ёй будзе ўдзелена супрацоўніцтву краін у сферы лясной гаспадаркі. У Інстытуце лесу Нацыянальнай акадэміі навук супрацоўніцтва з украінскімі калегамі называюць паспяховым і актуальным. Агульная граніца прымушае разам вырашаць праблемы, актуальныя для абедзвюх краін. У прыватнасці размова ідзе аб барацьбе з усыханнем хвойных насаджэнняў. На тэрыторыі суседзяў сасна загінула на плошчы ў 200 тысяч гектараў. У Беларусі гэтая лічба меншая, каля 60 тысяч, што тлумачыцца актыўным правядзеннем прафілактычных мерапрыемстваў. Сярод іншых буйных сумесных праектаў – барацьба з трансгранічнымі пажарамі, лесааднаўленне і генетычныя даследаванні. Інстытут лесу – адзін з лідараў у гэтай сферы, а таму ў Гомелі ладзяцца стажыроўкі ўкраінскіх спецыялістаў. Што тычыцца канферэнцыі, якая пройдзе ў рамках форуму, то свой удзел у ёй пацвердзілі 17 інстытутаў з абедзвюх краін. Парадак дня прадугледжвае абмеркаванне ўсіх актуальных пытанняў, якія тычацца лясной гаспадаркі. Здесь і ракетна-технічныя обеспечения наших стран, работа в области лесного хозяйства, природопользования, есть вопросы по геологии, географии, то есть обширный аспект вопроса, поэтому он будет рассмотрен на научно-практической конференции, и я думаю, что достаточно очень хорошо, что мы сотрудничаем с нашими украинскими коллегами, друзьями, и все вопросы, которые мы постараемся, конечно, решить, будет подписано
где-то около трех предполагается, от трех соглашений, договоров. Поэтому этот вопрос тоже мы сейчас держим на контроле. У Гомельской области становится все больше ремесленников. Сёлета их колькость повялічилась амаль у полтора раза. Рукоделием у регионе занимается свыше 1700 человек. Больше за все таких у Гомелі, Речицьким и Мазырским районах. У областной податковой инспекции поведомили, что за 9 месяцев ремесленники заплатили больше как 40 тысяч рублей сбору. У целом лік фізічних особ, которые ожыццяўляюць деятельность по заявленным принципам, повялічился амаль удвая. По данным на 1 кастрычника в области их зарегистрировано амаль 5500 человек. По этому показчику Гомельский регион занимает другое место сярод областей после Брестской. Украине протягивается подрыхтовка до перапису насельництва, які пройдзе у кастрычніку наступнага года. Специалисты приступили до проверки карт мясцовасці. Значит, Рогового 5, да? Значит, смотрим, это у нас одноквартирный жилой дом, да? Наличие аншлага. Значит, аншлаг, это, значит, на доме должно быть и название улицы, и номер дома, да? Здесь мы видим, что и название улицы, и номер дома присутствуют, значит, мы так и пишем, да? Наличие аншлага присутствует, отмечаем у себя. Зараз у Гомелі кіраўнікі районных отделов статистики вучацца працаваць с планшетами и удакладнять размещение жилых домов. У наступном месяце этой работой займутся регистраторы у районах. Яны проверять карты, нумерацию жилых будинков, наявность обозначений на домах, колькость подъездов и кватер. По гэтых дадзеных потым будут сформированы перапісные участки. У нас в управлении был организован семинар для начальников отделов статистики в районах наших. Значит, сейчас они уже пройдя обучение, в том числе пройдя практические занятия на местности, они вернутся в свои районы и будут точно так же обучать своих регистраторов. Списки регистраторов уже подготовлены по области. Всего задействовано 187 человек. Это основной состав и резервный. Каждый из них получит удостоверение, как я уже говорила, планшет с загруженным программным обеспечением. До речи, перепис 2019 предугледжвае некалькі вариантов предоставления информации. Сама перепис праз интернет, заполнение анкет на стационарных участках и по месцы жыхарства. Больше как 100 жанчын с Гомеля и 5 районов области примали сегодня подарунки и віншаванні. Так завершилась областная акция «Дорогое слово мама», якую у 8 раз организовала областное отделение Белорусского фонду миру. До віншавання удалучилась Ганна Каральчук. Сёлетні ушанаванні у Гомелі проходять напередодні 75-годзя вызвалення обласного центра от фашистских захопников. Менавіта маці, як ніхто інший, выступают за мир и згоду на землі. Бо у часы конфликта у воинов яны переживают за своих детей. Каб отдать даніну поваги героям, подяковать за мирное небо над Гомелем, делегация жанчын склала вянок для вечного огню. Мероприемство протягнулося концертом у стенах Гомельского державного медицинского университета. Когда выступают на сцене и детки, и говорят о матери, вы знаете, что в большинстве матерей слезы на глазах появляются, потому что им же некогда это послушать, особенно женщинам-производственницам. Так они хоть здесь отвлекутся и еще раз услышать добрые слова именно о матери. Головная мета акции «Дорогое слово мама» – показать, что женщина-мати может поспевать все, досягать поспеху на работе и быть соправдной господиней дома. В этом году головных героинь свята ушановывали у 5 номинациях. Серед их – шматдетные мати, женщины-специалисты, представницы громадскости, промысловости и женщины-керовники. Сложнее быть, наверное, все-таки добрым и отзывчивым человеком и на работе, и дома, чтобы проблемы рабочие не переносили в семью или наоборот. Вот здесь надо держать баланс, который, ну, достаточно сложно иногда бывает удержать на плаву. У меня в семье одни мальчики. У меня 2 сына и 4 внуков. Замечательные ребята. Ну вот такая у нас дружная мужская компания. Прием у Гомеля стал кульминацией акции, якая проходила на протягу святочного тыдня у разных кутках нашего региона. За гэтые дни подарунки и віншаванні отримали 300 клопотливых, отказных и самоотданных жанчын Гомельщины. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». «Люди Литвы» – выстава под такой назвой открылась у картинной галереи Гаурила Ващенки. На ее представлены работы знакомитого литовского фотографа Антанаса Суткуса. Проект реализован при поддержке посольства Литовской республики у Республики Беларусь. Антанас Суткус – лауреат Национальной премии культуры и мастацтва, кавалер ордена мастацтва и литературы. И он один из наиболее выдатных представников гуманистичной фотографии у Европы и свете, який у свой час заклал
основы литовской фотографичной школы. Его здымки экспонуются у престижных галереях по всем свете. У Гомеля под работы автора отведены три выставочные залы галереи. Представленные здымки створались у 60-80-х годах минулого стагодия и объединены у фотографичный цикл «Люди Литвы». На их вязковцы и граджане, мастаки, политики, дети и пожилые, люди, которые пережили жахи войны. Фотографу важно проникнуть у характер человека, раскрыть глубину души. Автору властивая здольность легко знаходить эмоциональную связь с людьми, яких он фотографуя. Достоинство каждого фотографа, особенно того, который фотографирует людей, есть возможность и умение подойти к человеку. То есть через разговор, через взгляд, через простое общение. И вот Антанасу Суткусу это всегда очень хорошо удалось, потому что если вы посмотрите на портреты этих людей, ну, они очень расслабленные. Как будто их фотографирует или какой-то очень хороший знакомый просто человек, или какой-то просто приятный фотограф. Поэтому я думаю, что это есть вот его почерк, вот этого фотографа. Спортивное свято для супрацовников и их семьи прошло сегодня у Гомельским областным управлением департамента аховы. Тут организовали первую городскую спартакиаду среди профсоюзных организаций. Тата, мама, я – спортивная семья. Спорт – неотъемная частка у системе работы департамента аховы. Але у таким формате споборництвы проходят у першиню. Удельничают 5 команд из 4 городских подразделений и областного управления. У каждой по 3 человеки. Один из батьков – представник ведомства. Попереднего отбору на споборництвы не было. Заявились самые активные, креативные и спортивные супрацовники разом с семьями. Им пропоновали продемонстрировать свои творчие и спортивные здольности. Борьба на пляцовце разгорнулась серьезная, але перемога все ж не головная. Задача прежде всего создать радостное настроение, создать праздник. Здесь присутствуют не только работники наших подразделений, а также их семьи, их дети и показать детям наши возможности, наши жизнь, быт – это то, к чему мы стремимся, чтобы каждый ребенок мог понимать, чем занимается свой родитель, куда он ходит на работу. Ну и в целом сплоченный коллектив – это всегда радость, это всегда хорошо. Рыхтуемся проводить бабино лето. У ближайшие дни на дворе у регионе погоршится. По прогнозах синоптиков, завтра поветра еще прогреется до плюс 18, а затем почнется поступовое похолодание. У субботу 20 кастрычника пройдут дожди, слупки термометров покажут до 11 градусов у ночи и до 12 у день. У неделю опадков не чекается, але похолодает до плюс 5 у ночи и 9 у день. На наступном тыдне небо все частей будет затягнуто шерыми хмарами, одни станут похмурными и дождливыми. Гэты, а так само іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершены. Доброго вам вечера и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Преследование нарушителя, совершившего ДТП и покинувшего место происшествия, привело к аварии, в которой пострадали сотрудники ГАИ. Сообщение на спецлинию 102 о совершенном на пересечении улиц Междугородней и Лазурной ДТП поступило накануне в 15:50. Владелец одного из поврежденных автомобилей сообщил, что второй водитель, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытается скрыться на авто. Информация незамедлительно была передана ближайшим нарядам ГАИ, один из которых выехал на перехват со стороны улицы Объездной. При поворотах в повороте на Лазурную спецавтомобиль на большой скорости совершил столкновение с автомашиной BMW, подъезжавшей к перекрестку. Потом автомобиль ДПС ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину. Два инспектора ГАИ с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Водители и пассажиры BMW серьезных повреждений не получили. Назначен ряд экспертиз. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием оперативного автомобиля ГАИ и легкового автомобиля BMW. В результате столкновения транспортных средств оба водителя и пассажир служебного автомобиля получили телесные повреждения. По имеющейся следствию информации, на момент ДТП на автомобиле оперативного назначения ГАИ были включены маячки и специальный звуковой сигнал. В ходе проведения поисковых мероприятий была обнаружена скрывшаяся с места ДТП на пересечении улиц Междугородней и Лазурная автомашина, а впоследствии задержан и ее водитель. Им оказался гомельчанин 1975 года рождения. На момент его освидетельствования концентрация алкоголя в крови составила около 2 промилле, что соответствует 500 миллилитрам выпитой водки. Сколько вы выпили?
Там показалось, что много. Вчера выпивал, а они... А сколько вчера выпивали? 0,7. Чего? Вот. То есть потом сели за руль в нетрезвом состоянии поехали? Да. После совершения ДТП употребляли? Нет. Точно, точно. На сегодняшний день состояние одного из сотрудников ГАИ оценивается как крайне тяжелое. Граждан, которые располагают любой информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просим сообщить в ГАИ ОВД Гомельского облсполкома по телефонам, которые вы видите на экранах. Авария на Лазурной – не единственное ДТП, в котором накануне пострадали люди. По предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Мерседес» и двигаясь по Речскому проспекту, на пересечении со Студенческим проездом поехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с мотоциклом «Хонда». В результате 29-летний мотоциклист попал в больницу. Автотранспорт привел к еще одной чрезвычайной ситуации, где уже понадобилась помощь спасателей. Сегодня утром в Жлобине годовалая девочка оказалась запертой в автомобиле. Отец ребенка завел машину, посадил дочь на переднее водительское сиденье и пошел очищать лобовое стекло. Малышка время зря не теряла, нашла кнопку центрального замка и одним нажатием заблокировала все двери автомобиля. Объяснять, как их открыть, понятное дело, было бесполезно. Работники МЧС при помощи шансового инструмента вскрыли водительскую дверь и освободили малышку. Родителям стоит помнить, что ни в квартире, ни в автомобиле малолетних детей ни на минуту оставлять одних нельзя, так как в считанные секунды может случиться непоправимое. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В ближайшие несколько минут на телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Максим Никитин вернулся в «Металлург» и продолжит текущий сезон в экстралиге за «Столиваров». Нынешний чемпионат воспитанник Жлобинской школы хоккея начал в составе молодежной сборной страны. В 8 встречах игрок не смог отметиться результативными действиями, после чего тренерским штабом было принято решение вернуть его в «Металлург». Максим Никитин дебютировал в экстралиге в минувшем сезоне. В 38 матчах регулярки набрал 4 результативных балла по системе гол плюс пас. Также защитник отметился первым набранным очком в матчах нокаут-раунда. Завтра после паузы, вызванной играми сборных, возобновляется чемпионат страны по футболу высшей лиги. Откроет программу тура матч Витебска и Днепра. Основные матчи пройдут в субботу и воскресенье. Гомель проведет свой поединок в понедельник. Команда будет гостить в Минске, где на поле спорткомплекса «Олимпийский» сыграет с «Лучом». Начало встречи в 19:00. Зелено-белые на данный момент расположились на 9-й строчке турнирной таблицы, а ближайший соперник на 15-й. На Багамах стартовал чемпионат мира по дзюдо среди юниоров до 21 года. В составе национальной сборной 3 спортсмена – Конрад Шока, Дарья Концевая и Ульяна Миненкова. Последняя представляет Гомельскую область. Свое выступление уже завершил Конрад. На стадии 1/8 финала он уступил японскому дзюдоисту и занял итоговое 9-е место. Международный турнир по карате «Гомель Open Cup 2018» стартует завтра в Гомеле. Соревнования пройдут на протяжении 2 дней. Участники встретятся на татами в легкоатлетическом манеже на юбилейной. В программе поединки среди кадетов, юниоров и взрослых. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». We'll be right back.